С Генсухой у Злова вышел видос. Давайте посмотрим его, потом Одним и 30 посмотрим. секунд времени. Ребят, по 10-бальной шкале, как вам мое ожерелье? Ты, кстати, ничего не сказала. Ну, ты про мой маникюр тоже ничего не говорил. Нормально. Как вам, ребята? По-моему, пиздато. Надо доски пни. Почему ты тогда... Ой, что-то какой-то лаг произошел. Ну ладно, не важно. Давайте посмотрим чудесное видео, которое выпустил Злой. Спасибо за донат, братан. Она очень красивая, да? Да. Что это, сиська? А, это Макривский, блядь! Спасибо большое, булка с маслом. Спасибо огромное, большое, булочка, спасибо. За подписочку. Добро пожаловать. Ёбаный так, пей. Смотрим видос Злова. Подай стрим. Большие выигрыши! А, это реклама, да? Что, с Ариной есть, а с Наташей нет. И будет вам с Наташей. Сегодня наша обычная рубрика «Угадай стримера». Как бы сегодня я и Наташа будем участвовать. Два постоянных гостя, то бишь я один постоянный. Я выиграю 100%. Ну, давай посмотрим. Я тоже всех своих кем-то узнаю. Отлично. Не забывайте заглядывать в описание. Там будут ссылки на наши соцсети, твичи. Мы же оба стримеры, стримим. Заходите, смотрите, улыбайтесь. Лайки ставят. Ставьте. 50 лайков наберем. Я еду в Москву со всеми, блядь. Продолжаем снимать там, но уже немножко подлите. Поехали, Артур, запускай шалман. Кстати, да, я забыл, нажимать надо сюда и угадывать. Вот смотри, вот так я нажал, Костыч. Костыч? А я знаю. В смысле, как? Не Костыч. Мне кажется, это Алексей. Это Манурин. Нет. Всех я знаю, это вообще непонятно. Что кто так с такой короткой прической сейчас ходит в ночи? Грязная какая-то голова. Дмитрий Ликс. Нет. У меня одна попытка осталась. Мне кажется, это Алексей. Кто это? Не, он какой-то... Десаут. Нет. Да какой Десаут? Ты че? У меня не такая прическа. Блядь, да я ебу, блядь, они похожи все нахуй. Нет, конечно, может быть... Во что он играет? В игры играет. У него много онлайн? Да. Это Сильвернейм. Нет. Бля, это точно не Хесус. Мне кажется, нет. Рекрент. Нет. Да блядь. Нет, у Рекрента не такая прическа. У Рекрента нормальная. Это Дима? Нет. Это намек. Дмитрий Юрьевич? Да. Алексей, блядь. Только не Алексей, не пиздат, Алексей. Ебать! Алексей, прошу прощения. У вас прекрасная причина. Это, наверное, фотка старой давности. Ебать, переобулась. До 2 сентября, бля, ебать. Губки какие прекрасные. Это Аля, это Аля. Аляша, да. Гаечка. Нет. Блять, я ее знаю, она очень красивая, да? Блядь, по-моему, не думал вообще. Блядь, ну... Я тебе на Юечка. Нет. Да какая Юечка? Это точно не Юечка. Она с Украины? Нет. Она играет вообще в игры? Да. Иногда. Олеся будет? Нет. Блядь. Там говори, если знаешь. Да, я хотела сказать, потому что это Якадзе. Ну, нет. Нет, у него, ну да. Блядь, такая красивая. Блядь, ну... Ну, она симпотная, да, как минимум по подбородку, по губам. Есть подсказка какая-то? Блять, мы за тупки, что ли, блядь? Я не знаю, блядь, ну прекрасно. Это Изя. Но она для конкурса проявляйте активность. Рутяша. Нет, ну ты же не Рутяша, Рутяша рыжая. Ты даже не люблю знаешь. Люблю рыжих, блядь. Она косплей делает. Морся. Нет. Ну, я просто не знаю. Блядь, у меня уже есть 3 подсказки. Давай, скажи. Ну, блядь, нет, ее сливали. А, это Аляша. Блядь, ну ёбаный снич, ну что это за фотки, блядь? Я сразу по губам поняла, сразу про то, да, что... Да, сразу. Да, сразу по губам сидит. Давай мне подсказку, блядь. Блядь, ебать. Блядь. Это было очень легко, согласен. А, это Жожа? Да, я думала, это либо Жан, либо Жожа, но мне кажется, по глазу, да. По глазу, да. Это Жожа. Блядь. Душа, блядь. Я просто... Вот это будет очень тяжело. Мое! Ариночка? Это Тендрлин. Это Амина. Бля, ебать, я не знаю, губы. По губам сразу понятно. Бля, это на губы сделала? Да. Алина Рин? Нет. Авдеич? Нет. Бля! Что это, блядь? Дина, блин. Ну какая Дина? Точно не Дина. Блядь, ну как это написано? Рандомно. Какого питомца посоветуешь? Плюсы и минусы. Не, я не могу сказать. Она маленькая, роста, белые фосолька, волосы. Точно. Я забыл ее ник. Блядь, точно, да. Это я в чате читала, я бы не это не Галечка. Она с братишкин. Бля, я забыл ее ник. Я сегодня долго на ней будет купить. Фасолька! Да. Сюда! Сюда!
Густер! Нет! Это Иксайл. Нет! Какой Иксайл? Блядь, машина такая, и он козырно сидит. Рекрем. Нет. Блядь, ну... Недооценивать его, блядь. Недооцениваем? Недооцениваем. Блядь, я как будто недавно эту фотографию. Это не Орлон. Это из вашей компании. Это Ликс. Это из фриков. Это Ликс Хантер. А что ты попыток? Стоп. Каравай? Нет. Да ты нет, так нельзя! Если по очереди будет позвать. Блять, я знаю эту фотку, я видел. Я с ним хорошо же общаюсь, даже сейчас, да? Мне кажется, нет. Ты нашел по этому парню. Блять, ну кто это, сука? Это ты, что ли, блять? Парень, молодой, короткая стрижка. Дай подсказку, я не понимаю, блять, я затупок, сука. Я вообще не understand, блять. Да, давай еще подсказку какую-то. Ну, потому что это быстро. Ты сейчас чекнет. Квикантик. Блять, я вообще на его инст... Это фотошоп, я же говорю. А я подписана на ее инстаграм. Ты не знала его фотку? Блять, я эту фотку никогда не видел. Она рили, блять, с фотошопом. Парень молодой. Ну тогда. Пиздец, блядь. Икадзе. Блядь. Губа? Ее губы я узнаю из тысячи просто. Из тысячи. Тоже делала или настоящий? Она тоже сделала. Подожди. Это Овла. Боёву? Боёву. Я ей тоже знаю. Бля, она с ней не лично целовала. С глазами какая-то беда была при Юичке. Давай, давай руки. Юичка. Это стой. Юичка. Это Даша Юичка. Блядь, ну я даже не увидел. Я даже не увидел, нихуя. Да, там вот такая вот маленький такой пиксель. Ааа, дай, это моё! Дай, дай её. Это вишенка. Блядь, ну блядь, ну что за хуйня? У нее такая фигура. Ну это ракурс просто еще решает. На самом деле. Значит, не такая фигура. Нет, такая, такая. Жопа такая грязная. Не так! Это я. Это я? Там уже видно. А где браслет? Какой? Что это, блядь? Арина. Увеличь. Что это, жопа? Что это? Это Арина. Блять, это жопа была, думаю, это плечо, я, блядь! Я знаю, так вот еще вщурилась, не понимала. Самый горячий парень 20-го года. Мужчина. Приготовились. Вы уже знаете кто? Слава. Сразу отгадываете? Слава. Я знаю, это Картман. Нет. Кто? Ухо, блядь. Как он такой? Ухо, блядь! Ухо, та часть тела, на которую я вообще не обращаю внимания. Рекрет. Нет. Да какой, блядь, рекрет? Висал. Нет. Нет. Самый горячий. Это ЛО! Нет! Блять! Да хватит! О, это Косточ. Нет. Иксайл, вы думаете, у него разве так? Так хорошо чувствую себя котом. Блять, это точно не мапки. Кто придумал это дело? Юлечка лайкнула, кстати. Макрисли? Нет. Блять, не, у Ромы такого нет, блять. Да не, у Хесуса там вообще все идеально. Ты такой сложный, который вообще нихуя не понимаю. Уши, нос, блять, горлонос, блять. Он из фрикс-класса. Да. Мага! Нет. Блин. Нереально, что это? Самый сексуальный мужчина. Эксайл! Да. Сюда, блядь. Вот это секс, нахуй. Грязюка, блядь. Это Орлон. Я эту фотку знаю, да. Блядь, две ноги, я думаю, это одна и та же. Ну почему одна волоса? Строго! Нет. Слава! Слава, бустер! Да. Блин, ты не успела, да, ты не успела, блядь. Хесус! Да. Кадрик его, вот это же. Сюда, 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 сюда. Эту шейку я знаю. Что это, сиська? Это сарабия. Нет. Это сиська? Объясни. Блядь, это грудь? Это сиська? Или это лоб? Нет, это попа. Блять, прям грудь. Такая не сука. Может быть попа. Это грудь. Рис. Нет. Блядь. Какая? Михалина. Да. Уф, ебать, ебать. Как я сейчас уже, да, но все, красивая фото очень. Я даже не знал, что Михалина может быть такой. Подруга твоя, Лея. Что Лея, это, блядь? Ну, что это? Это ноунейм стример, да? Нет. Стим? Нет. Большой нос маленький. Это Лея, его подруга как это строго. Или каравай, это каравай. Да, это... Блядь, ну посмотри на этот нос. Тебе так будет стыдно, когда ты узнаешь. Лея. Да, часто. А, это Лея. Да. Вот если бы ты не сказала, что, не сказала, что вот это девочка, я бы вообще... Да, после него думала, что это мальчик.
Гамик с такой шевелюрой, блядь. Это Макристо. Это Карат. Это Макристо. Нет. Блядь. Братишки. Братишки? Все, я поняла, что это. Да, да, я поняла. Братишки. Сюда. Две девочки? Арина. Арина. Одну. Кухня. Блядь, эти, боже мой. Две девочки. Она Арина, походу, пиздец. Это не Арина губа. Арина, бля. А, это Рома Макривский? А, это же фотка со мной, да, это Макривский. Я это фоткала, я это фоткала. А, это Макривский, блядь! С этим, с Марком! Блядь, я знаю эту грязюку, блядь. Это вообще милая фотография. Ебать, скажи. Да, но он его бы так сделал. Он пьяный был, 100%. Он бы не, он не пил, он не пил. Он не пил тогда, он отрезал бы. Не, он не пил, тебе не пристает. Тогда нет, через часа два, да, он охуярил. Ты сиськи, блядь. Ой, блядь, извините, блядь. Они такие большие, да, немножко? Сарабия? Кашляшва. Кто такая Сарабия? Это у него такой ник? Да. Да. Не знаю, нет. Они Сарабия. Это не Сарабия. Ты говорила, ты все знаешь. Может быть, да, но не по сиськам. Тем более, когда они не свои. Да. Это не свои сиськи. Это точно. Не свои сиськи? Нет, это скорее не свои. Скорее всего, свои. Я не знаю, надо другие фотки. Это кухня? Ник. Ну, это... Ляшево. Ляшево. А-а-а. Свои там, ну, все там свое, там все свое, блядь, там все свое. Ой, да она так сидит грязно, блядь. Да все, приезжай, ебаный сын. Талиликс. Как я не узнаю? Митриликс! Вообще-то моя была сейчас очередь говорить. Я хотела закончить то, что у него там теги, типа лев, тигр, доминация, это, да, ликс. Ладно, я дам очко тебе свое. Спасибо. Как бы, блядь, потому что да, но... Вот такой у нас был прекрасный ролик с «Угадай стримером». Не забывайте, ссылочки наши в описании. Так, заходите в Инстаграм, там всякая резюка. Посмотреть.